Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергей Рыбаков. В прошлый понедельник мы начали очень и сложный, и интересный одновременно разговор про философию возраста. И мы говорили, что это не такая уж, как кажется, сторонняя от веры, от религии тема, потому что в сущности мы заняты главным вопросом, вопросом познания себя самого. И мы сказали о том, что в сущности человек — это и есть заключенное в плоти время, которое мы можем называть возрастом. Время, с которым нам нужно научиться взаимодействовать, время, которое нам нужно научиться осваивать, время, которое нам нужно научиться присваивать и усваивать. И вот о том, как же человек взаимодействует со временем, мы, в общем-то, и говорим в нашей передаче с доктором философии Сергеем Александровичем Лишаевым. Сергей Александрович, здравствуйте вновь. Здравствуйте, отец Сергей, здравствуйте, дорогие телезрители. В прошлый раз я вас перебил на полуслове, потому что струилась мысль, струилась речь, не хотелось никак перебивать. Мы подвисли на теме взрослости, мы определили детство, определили младенчество и то, как, собственно, человек осваивает именно само время. То есть в данном случае мы говорим не столько, может быть, о психологии возраста, сколько именно о философии возраста, то есть понимание себя через проживание разных этапов собственной жизни. На взрослости мы прервались, давайте вот продолжим и перейдем. Сегодня у нас тема молодости, юности и зрелости. Ну, для начала закончим со взрослостью. Да. Итак, переход от отрочества или переход к взрослости обозначается термином «при себе бытие». Да. Угу. То есть, итак, мы говорили о детстве, и напомню, да, что детство — это при другом бытие. Да? То есть такое существование, такой тип бытия, когда человек прежде всего адаптируется в окружающем мире, то есть приспосабливается к тому, что есть. Угу. И вот переход к взрослости, как переход к при себе бытию, это, можно сказать, одновременно переход от вот этой преимущественно адаптивной стратегии ребенка к сочетанию, разумеется, прежняя стратегия адаптации, она никуда не девается, приходится приспосабливаться к окружающему миру и взрослому человеку. Но вместе с тем, собственно говоря, взрослость отличается от детства тем, что человек способен проявлять некоторую активность, самостоятельность, иначе говоря, брать ответственность за себя, сначала хотя бы за себя, а потом и за других, и он способен реализовывать некоторые долгосрочные цели. Это то, что характеризует взрослого человека. И это все невозможно без перехода от ситуативного временения, то есть без прошлого, настоящего и будущего в рамках текущей ситуации, вот того, что происходит теперь, к выходу за рамки текущей ситуации в большое прошлое, большое биографическое будущее. Да? То есть вот надситуативное временение — это такое временение, когда мы выходим за рамки насущного, вот того, что есть теперь, когда мы думаем о том, что было, и то, что уже закончилось, завершилось, но оно нас волнует и беспокоит, потому что мы сознаем, что оно было с нами. Мы думаем о том, что будет в нашей жизни. Ну, вот, мне сейчас там 20 лет, но когда-то будет и 70, если доживу, конечно. Условно, думает вот человек. Это очень хорошая оговорка. Да. Да, я просто прошу доживу. Прощения, что хочу уточнить один момент. С точки зрения Нового Завета и Евангелия. Вот Христос говорит: «Бодрствуйте, ибо не знаете дня и часа, когда Сын Человеческий приедет». И, по-моему, у Серова была такая, у художника, замечательная практика. Он своим ученикам говорил:
Неважно, сколько мазков ты сделаешь по холсту, главное, потому что неизвестно, доведется ли тебе завершить картину и сделать этот финальный мазок. Угу. Но твои, условно говоря, 33 мазка, они должны быть отточены настолько, что если тебе не удастся сделать 34-й финальный, и ты умрешь, люди, смотря на твои 33 мазка, должны восхищаться и понимать, о чем вообще эта картина замысливалась. Вот в этом смысле то я вас слушаю и понимаю, что настоящее — это в том числе и некая форма бодрственного, трезвенного Абсолютно. Взаимоотношения со своим временем. Да, то есть, собственно говоря, вот если мы говорим уже о взрослости, то во взрослости происходит, ну, если угодно, как бы возникновение двух планов в сознании человека. То есть, с одной стороны, некоторый план абсолютного или безусловного, если угодно, план полноты, совершенства. Там, для верующего человека это план, связанный там, с Царствием Небесным, с Господом. Вот, для, может быть, человека неверующего это там, представление об истине, как он ее понимает. Там, да? Вот, то есть появляется план, если угодно, выходящий за рамки времени. И возникает вот эта некоторая максима, связанная с тем, что никто не знает ни дня, ни часа, ни своего конца, ни общего, то вот это предельная как бы бодрость духа и готовность встретить смерть в любое мгновение. Это, конечно, требует высочайшей аскезы, напряжения, собранности и, к сожалению, далеко не каждому доступно, и, может быть, даже доступно немногим. Но, тем не менее, это не значит, что к этому, наверное, не нужно стремиться. Но рядом с этим планом как бы все-таки есть второй план, который как раз связан с этим возрастным сознанием, с представлением о том, что даже если вдруг, и на это, конечно, каждому хотелось бы надеяться, я проживу жизнь до конца, до условно 60, 70, 80 лет, об этом тоже нельзя не думать человеку, взрослому. Почему? Ну, потому что человек, вообще как бы находя себя во времени, почему, кстати говоря, возможно вот это соотнесение себя с вечностью, скажем так, с абсолютной полнотой? Да потому что, собственно говоря, сама эта способность к овременению нашего существования, она связана с самой этой самой вечностью. Вот с тем, собственно говоря, почему мы находим нечто во времени, что является началом времени или истоком временения, тем, что нас делает способными к овременению нашего существования, то есть к нахождению себя среди, с одной стороны, в пространстве среди вещей, а с другой стороны, во времени. Соотнесение, да? Вот было время, когда нас не было, время, когда нас не будет. То есть, собственно говоря, сама способность к овременению жизни, она связана с некоторой нашей выдвинутостью или вынесенностью, или причастностью к чему-то вневременному. Невременному, вневременному, сверхвременному, вечному. Можно подыскивать разные термины. И в этом плане, как бы, ну, это истина давняя, так сказать, да, человек — это двойственное существо. Конечное и бесконечное, смертное и бессмертное, метафизическое и физическое, так сказать, да. Вот. И в этом плане, собственно говоря, сама эта проблематика возраста — это и есть постоянная, с разной степенью интенсивности и отчетливости, реализуемая в жизни разных людей, разумеется, да. Вообще говоря, соотнесение вот этого плана временного, текучего, изменчивого, условного и вот этого плана безусловного, абсолютного, вечного. Вот. И, собственно говоря, когда мы говорим о взрослости, да, то взрослость как раз и предполагает, что человек ищет, ведь человек ищет чего? Взрослый человек, когда он выходит из-под опеки другого, вот с этой модели при другом бытия, и переходит к при себе бытию. То есть, если раньше, что делать, чем жить, чем заняться, это вопрос как бы стоял не перед ним, а перед взрослыми. А вот когда подросток тянет как бы на себя, я сам знаю, отойдите, я сам хочу. То есть что? Он предъявляет фактически права на что? На свою жизнь. Он говорит, мое будущее, ах, вы обо мне заботитесь, вы хотите, чтобы было мне как лучше? Я сам знаю, как мне лучше. Что мне делать, что читать, что смотреть, с кем дружить. То есть вот этот как бы переход, собственно, подростковый кризис так называемый, он связан как раз с чем? Вот с этим как бы, ну, сложным моментом отрыва
от пуповины, так сказать, да, от этого «я», которое уже есть, но которое при других и с этим согласно. Угу. Вот к этому «я», которое при себе. И это связано со многими вещами, с этим ходом времен, которые мы не можем удержать. Например, с половым созреванием. Потому что твои любовные чувства, отношения человека к другому полу, тебе родители в этом ничем помочь не смогут. Это то, что можешь только ты сам. И нужно, и в этих отношениях, пока не придумали контрацепцию, да, всегда за этим стояло как бы понимание некоторой ответственности. Да, то есть сама ситуация как бы временная подводит человека, биохронопоэзис подводит нас к тому, человека подводит к тому, что он, и он должен это делать, вообще-то говоря, он должен сказать, что отойдите, я сам. Но сам он еще, конечно же, не может, не умеет. Ему стыдно, ему страшно. То есть как только ты выходишь в этот подростковый, вообще во взрослый мир, ты выходишь в мир большого времени, но ситуативного, когда ты, о, есть уже мое прошлое. У ребенка нет прошлого, как предмета его размышлений, анализа, там, да, стыда или там, да, каких-то возможностей. Угу. Собственно, у подростка, подросток, в моем понимании, это первый возраст взрослости. Когда у меня появляется, я уже не... Что говорит подросток? Что, какова его главная позиция и как бы суть этого конфликта со взрослыми? Взрослые по-прежнему еще считают, что я ребенок и так ко мне относятся. Они привыкли к этому. Но я-то уже знаю, что я не ребенок. И значит, у меня появляется мое прошлое. Какое прошлое? Не ситуативное, а надситуативное. Возрастное прошлое. Я уже не ребенок. Вы думаете, событие? Что я ребенок? Нет, это не событие, это просто как бы отпадение. Да? То есть событие, mm-hmm. сам переход этот, это событие в жизни mm-hmm. человека. Так, мы как бы совершаем этот переход, и возникает эта новая как бы ситуация выхода в надситуативное временение. Не то, которому учат в школе. Вот была там эпоха там, да, Тюдоров, а потом mm-hmm. была вот такая эпоха, а потом была вот там, да, Великая Отечественная война. И ребенок способен это понимать. Но это не то надситуативное временение, mm-hmm. большое время, который он применяет к себе. Это некое абстрактное знание, но не твоя жизнь. А вот подросток, у него как раз возникает вот это собственное прошлое и собственное будущее, которое совершенно еще не ясно, абстрактно, но он ищет на что опереться, именно оттолкнувшись от того, каким его видят родители, каким он был вчера. А в чем было? В чем был? Что значит быть хорошим человеком? Ну, быть как бы любимым своими родителями, да? Отвечать их ожиданиям. А теперь возникает противоположное. Я не отвечаю вашим ожиданиям. Вам это не нравится, эта музыка, или там это. А мне она нравится. И чем вы больше будете говорить, что она вообще плохая, не слушаю ее, это вообще гадость, тем больше я ее буду слушать. Что за этим стоит? За этим стоит стремление утвердить свое будущее как свое, свою жизнь как свою. И это означает некую новую как бы степень свободы, новую степень ответственности. Возникает множество коллизий, потому что человек еще, конечно же, в этот момент перехода еще к этому не готов. Угу. То есть он, с одной стороны, отрывается, но еще не знает, как. И будущее его здесь еще носит такой как бы абстрактный характер. Но суть в том, что именно в этот период взрослости человек вынужден как бы брать на себя свою жизнь. Брать ее на себя. И поэтому, хотя вот здесь есть дискуссии там, между психологами, социологами, там, философами. То есть кто-то считает, что подросток — это еще переходный период, но, как бы, скорее, все-таки ребенок, и к нему нужно как к ребенку относиться. Вот у меня позиция другая, например. То есть я считаю, что подросток — это уже взрослый. Вот отрок, условно говоря, там, до 13 лет, условно. Mm-hmm. У мальчика, mm-hmm. девочка, опять же, по-разному это происходит. Да? Но это отрочество, а вот подростковость — это первая мучительная фаза взрослости. Вот. А следующая фаза, если мы говорим как бы о молодости, да, тема нашей сегодняшней беседы, то молодость, она вот распадается на... То есть вот мы говорили, что есть детство, есть взрослость. И что даже в самых примитивных временах это деление существует. Угу. Но внутри детства, на прошлой передаче мы с вами говорили о том, что можно выделить младенчество, ясельное детство, игровое детство и отрочество. Да, это возраста... третьего уровня, то есть возраста третьего уровня. То есть вот детство — это возраст первого уровня. Дальше, да, это, извините, второго уровня. А вот если мы говорим о молодости, молодость, зрелость и старость — это возраста второго уровня, как я это для себя понимаю. Но они внутри себя тоже имеют подразделение. В частности, молодость распадается на подростковость, на юность и на возмужалость.
Угу. Да, то есть, а в чем они отличаются? Что у них общее? Общее то, что в молодости из этих трех времен, прошлое, настоящее и будущее, на ситуативных, доминирует будущее. Его количественно больше. То есть, хотя все эти три, как говорил Хайдеггер, эстазиса времени или три направления времени, они всегда как бы присутствуют, они не могут быть поодиночке, они всегда вместе. Угу. Но тем не менее, если мы берем это не абстрактно, как бы временение как таковое, а привязано его к человеческой жизни, которая конечна, а земная жизнь конечна, угу. Да, то мы получаем то, что все время в течение жизни происходит перераспределение между прошлым, настоящим и будущим. Угу. Ну, конечно, значение оно приобретает тогда, когда человек начинает сам себя находить в этом большом ситуативном времени. А это происходит, начиная с подросткового возраста. Угу. Вот у подростка прошлого совсем мало, это детство, а вообще все впереди, оно очень неясное, вообще абстрактное и так далее. И человек себя отрисляет с кем-то там, не знаю, там, какой-то рок-звездой, там, с каким-то кумиром, неважно у кого какой кумир, там, из книги, из фильма. Вот, главное, угу. Что он другой, не тот, что я был в детстве, что-то прямо противоположное. А вот это очень абстрактно. Но, в принципе, как бы речь идет о том, что молодость по-разному... Вот эти как бы внутренние членения молодости зависят от того, как мы имеем дело с этим доминирующим временем. В молодости доминирует будущее, угу. Оно определяет содержание нашей жизни в молодости. То есть мы живем, конечно, тем, что есть теперь, но это не главное. А есть какое-то главное. Но где? Я главный. Мое содержание. Что ты собой представляешь? Кто ты такой? Да? Вопрос взрослого. Ты кто такой? А ты кто такой? Ты меня уважаешь? А ты меня уважаешь? Я тебя уважаю. Да? Мужики собрались, да? То есть вопрос какой? Вопрос взрослого. Ребенку родители говорят, кто он такой, как его зовут, что хорошо и что плохо. И он это повторяет. Более или менее там, адекватно повторяет. Верно повторяет. А вот здесь возникает вопрос, кто ты такой? И вот кто я такой для молодого человека, это находится в будущем. В будущем. Но по-разному. Если вот в этом самом подростковом возрасте оно абстрактно, и будущее — это просто взрослость. Угу. То есть я не ребенок, я взрослый. И идет борьба с окружающим за это право быть взрослым. Угу. Но когда это происходит, и когда окружающие наконец-таки признают твою взрослость, опять же, в разных случаях индивидуально, в разных обществах, культурах, случается немножечко по-разному, в разное время, но оно случается. То есть окружающий уже не оспаривает твое право принимать решения за себя, самостоятельно нести за них ответственность. А вот. И тогда возникает вопрос какой? Вопрос юности. А какое это будущее? Какой я? То есть какой я, сейчас пока непонятно. Угу. Тогда возникает как бы эпоха поисков и, скажем так, экспериментов. Апробация разных версий себя, разных версий будущего, разных образов самого себя. То есть хорошо, что такое? Для этого нужно понять, это очень сложный, трудный период, на самом деле, именно вот молодости, в частности, юность, как может быть центр молодости. Да? То есть надо понять, что такое человек вообще. Для себя. Mm-hmm. Вообще. Но это одно дело. Человек вообще. А люди-то разные. Мужчины и женщины. Вот там, не знаю, хоккеисты и, так сказать, философы или священники. То есть человек вообще, допустим, это вот как-то мы понимаем, mm-hmm. если мы понимаем, что опять тоже все время текущий момент как уточняется, меняется и так далее. Но еще надо понять, и как ты соотносишься с этим как бы образом человека там, с большой буквы в своей конкретной жизни. С твоими способностями, с твоим прошлым, да? Своим нынешним окружением, да, настоящим, и с тем, что ты собираешься делать. И вот человек как бы соотносит эти три времени. То есть он теперь живет во всех временах. А что я умел в детстве? Что у меня получалось? Там, петь, играть в футбол хорошо играет. Вообще, вот, скажем, куда мне поступать? Или там, поступил в одно место, ушел, там, вдруг... Нет, это не мое. И юность — это время, когда мы имеем дело с такой подвижной динамической структурой, когда соотносится постоянно... Вот это неопределенное будущее и определенное. Это определенное. Я все время себя определяю. Вот сейчас я думаю, я буду вот этим. Я попробую. Но точно, я еще не решил окончательно. Вот эта девочка мне нравится, но и та тоже, в принципе. Но я еще пока нет, я еще не готов жениться. Да, например, uh-huh, да? Uh-huh. То есть, Но в этом смысле ведь ужасно, когда мы попадаем в некий водокрут. Попадаем в... Ну, то есть, когда человек, например, застревает, и он не может, в принципе, никогда выбрать. Вот, смотрите, то есть, вот эта, как бы, ситуация, она совершенно естественно, как бы, нормально определенной
определенный период времени. Это, да? 40 лет, говорит, человек не нагулялся. То есть что здесь как бы ощущается как некоторая, ну, как бы такая большая радость и некоторое облегчение, да, то, что вообще впереди еще много времени. Поэтому можно пробовать. Собственно говоря, вот этот переход, который очень опасен, на самом деле, затягивание его, о чем вы сейчас сказали, отец Сергий, да, он связан с тем, что впереди много времени, и можно пробовать. Но действительно, особенно в современном обществе, где мы имеем дело с вот, явлением, там, скажем, инфантилизации человека и ювенилизации его, вот, мы имеем дело с затягиванием этого окончательного решения или некоторого решительного выбора. Вот, человек не хочет выбирать. Почему? Потому что любой выбор, особенно тот, который мы можем назвать решительным выбором, или который сам для себя человек понимает как на долгие годы, как ответственный, как на всю жизнь тем более, он пугает. Да? Это как бы другая мера ответственности. Да? То есть некая большая, чем в детстве, ответственность есть уже и в юности, разумеется. Да? Я отвечаю за свое будущее. Но я отвечаю, я выбираю, но у меня еще много времени, я выберу, а пока гуляй, пока молодой, что называется. Да? То есть, и человек ищет, но не решается сделать этот выбор в пользу чего-то определенного. И вот, собственно говоря, что такое возмужалость, как я себе понимаю, последнюю фазу молодости, когда все-таки все еще в будущем, все еще впереди, но решительный шаг сделан. Да? Ну, например, человек определился со своей избранницей, например, да? Женился. Да? Например, там у него рождается первый ребенок. Да? То есть все еще новое, все впервые, мир впервые, и все в будущем, даже в этой как бы семейной жизни. Этот период сравнительно небольшой, когда я этот выбор сделал. Но он отличается от периода зрелости, когда возникает привычка, повторение. Это как бы сейчас будем об этом говорить, это немножко другой этап жизни. Другие взаимоотношения со временем. Но вот все-таки этот выбор, он переводит нас в другой регистр внутри молодости. То есть вот это как бы сочетание определенного и неопределенного будущего решается в пользу определения будущего. Будет вот так. Я все-таки буду делать вот это. Ага, у Мамардашвили было определение человека как практика собирания себя, и вот получается возмужалость — это когда, условно говоря, собран. Да. Или, да? Да, ну как бы это как бы собран в замысле и, так сказать, в этом первом шаге. Условно говоря, Рубикон перейден. То есть я совершаю некоторый выбор. Назад пути нет. То, что называется «сжечь мосты». Вот современный, опять же, человек, он часто, по многим причинам, это отдельная тема, не буду сейчас углубляться, да, но он не хочет этот выбор делать. Он хочет оставить себе этот люфт, возможность все изменить. Это связано и с отношениями, скажем, то, что называется личная жизнь, отношения к семье. Там, понимаю, сегодня много неформальных таких отношений сексуальных, так сказать, да, и таких квази-брак, квази-семья. Почему? Потому что это тоже как бы разная мера возможности заднего хода. Да? То есть вот это сжигать мосты современный человек не хочет. Зачастую. Он продляет себе юность. Но независимо от того, возмужалость проходит, вот, не все этапы человек может, вот молодость все проходят, это возраст второго уровня, а вот, вот эти некоторые возрастные периоды третьего уровня проходят не все. И вот, скажем так, к зрелости все переходят, как к некоторому этапу жизни, но не все переходят через собственное решение, через ответственный шаг. Вот можно так перейти, и в этом-то и состоит как бы ответственность человека и разные варианты его отношения со своим возрастом, со своим временем. Собственно, почему человек делает выбор решительный? Потому что если у вас есть большая цель, и вы сформировали какие-то принципы, вы понимаете, жизнь ограничена. Вот. Если вы хотите сделать то, что вы считаете, вы должны сделать, да, то откладывать нельзя. Уже пора. Дальше больше сил, энергии не будет. Если сейчас не начать, если думать о том, что будет там, через 10-20 лет. Да. Если не думать, то можно дальше как бы весело скакать. А если думать, то нужно делать выбор. Но в любом случае, вы говорили, что есть некий хронопоэзис, биологический, социальный, который все равно подводит нас к некоторой ситуации, когда уже нет нового в том количестве, что было прежде. И я вроде бы и пробую это, и здесь, новое здесь. Но я что-то стал уставать. Нет ничего нового. И процесса. Появляются привычки. Ага. Привычки. Дело в том, что чем больше я живу, тем меньше нового, и тем больше привычного, и тем меньше силы и энергии. То есть складывается некоторый каркас привычек. Человек вдруг понимает, что он уже не хочет чего-то нового.
И получается, что же такое я есть, кто я такой есть, каковы мои цели, каково мое содержание жизни, каковы мои принципы. Да это то, что вот получилось по факту. На какой-то момент, когда мне уже неохота куда-то бежать за комсомолом, задрав штаны, писал, да, известный писатель, поэт. Вот. Уже не хочется бежать, задрав штаны, понимаете? И тогда просто я остаюсь, как бы, да, я... Происходит некая легитимация. Да, человек говорит, ну да, собственно говоря, это неплохо. Вот, вот то, чем я занимаюсь, это и внутри этого, в чем я себя застал, можно двигаться дальше. Я буду двигаться. И это хорошо. И действительно, наверное, это не так плохо. Но просто мы имеем разную степень, ну, скажем так, индивидуализации собственной жизни и как бы разные меры ответственности. То есть, ну, насколько жизнь своя. Она никогда не своя. Но человек может быть соавтором своей жизни в той или иной степени. Здесь очень интересно вот возникающий термин поэзиса. Да. Поэт же ведь это творец. Конечно, это и значит творение, да? Да? И в этом смысле получается зрелый человек. Это человек, который вошел в стадию, условно говоря, Господа Бога, который сказал «хорошо весьма». В общем, все хорошо весьма. Да. Он зашел в, дошел в тот самый период, когда начинает доминировать возрастное настоящее. Угу. Да? Вот то, что происходит теперь, это и есть моя жизнь. Впереди старость, если говорить о перспективе внутри жизни. Если она, конечно, будет, мы говорим, но все-таки человек не может не думать, что в лучшем случае, если все будет хорошо, у меня будет старость. Но старость — это не время, когда я исполню то, кто я есть, в смысле дел, замыслов, того, что я могу произвести. Будут ли это мои дети, будут ли это мои дела, мои книги, там, не знаю, какие-то там проекты предпринимательские, любые, профессиональные, там, инженерные. То есть вот это время сейчас, теперь, не потом. Вот молодость — это некое упование на потом. Главное — потом. Зрелость — это сознание, то есть как бы сознание, когда доминирует возрастное настоящее. Жизнь — это теперь. И я, тот, который я есть, вот какой я есть, что я собой представляю. Это вот сейчас определяется, это некоторый процесс, определяется теперь, определяется сейчас. И поэтому для зрелости чрезвычайно как бы значимым является понятие длинной воли. Угу. Вот это понятие длинной воли, собственно говоря, и определяет то, насколько и как мы проживаем свою зрелость. Потому что здесь как раз важна эта дилемма циклического времени и линейного. То есть, с одной стороны, зрелость, мы приобрели профессию, у нас есть, например, семья, есть какой-то заведенный режим жизни, и мы к этой цели идем. И мы именно потому, что мы идем, мы все время делаем одно и то же. Но потому что большой цели, далекой, надситуативной, ее не достичь за день, за два, за год, за три. Детей не вырастешь за год. И за пять, и за десять. Это большие промежутки. И дело какое-то большое, жизненное, там, стать профессионалом ты не станешь. И самое главное ведь тоже, вот мы здесь как-то сидели с одним моим священником, другом, знакомым, который еще по первому образованию психолог, он говорит, он сказал тогда удивительную вещь, которая тоже, ну, как-то в копилку общего взаимодействия со временем мысль заронила, что как только, например, у меня родился ребенок, то моему отцу один год. Ну, моему внутреннему отцу. Я отец один год. Да, да, да. Вот. Я могу войти как отец в подростковый период, я могу как отец войти в юность, в молодость, в зрелость. Вот. То есть, но это неукоснительно будет связано с взрослением моего ребенка. Да. Сергей Александрович, на сегодня, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. В следующий раз мы с вами будем говорить о старости. Я опять сегодня неоднократно себя бил по рукам, чтобы не задать вопрос, потому что они, как правило, требуют очень длительного и такого вдумчивого ответа. Например, тема инициации, как некий медиатор, да, вот этого перехода и так далее. Но, это, может быть, с радостью останется нашим личным общением в дальнейшем. На сегодня мы заканчиваем. В следующий раз поговорим о старости. Ну, тоже так несколько анонсирую, что, оказывается, у старости есть разные типы. И вот мы будем говорить об этих типах радости. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю передачу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник обязательно присоединяйтесь. Наверное, мы будем говорить о более актуальном для наших телезрителей. Вот, потому что в большинстве своем мы все-таки уже люди зрелые, а может быть, кто-то даже и в стадии старости пребывает.
Поговорим об этом. Храни вас Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.